Всем привет, ребята! Приветствую вас на очередном обзоре. Сегодня у нас очередная вкусняшка на обзоре. Вот такой йогурт. Чудо. Черника, малина. Ой, извиняюсь, черника, малина. Давайте смотреть состав. Йогурт фруктовый со вкусом черника, малина. Массовая доля жира 2,4%. Так, состав. Молоко, нормализованное фруктовый наполнитель, вода здесь на первом месте. Черника, далее сахар, глюкозно-фруктозный сироп, стабилизатор, красители антоцианы, кармины, ароматизатор черника, малина, рубедар, кислотность, лимонная кислота, цитрат натрия 3 замещенный, сахар, закваска, ребят. Так, ну давайте теперь пробовать сей чудный йогурт. Надеюсь, он нас не разочарует своим вкусом. Смотрим на сразу цвет йогурта. Очень хороша бутылочка тем, что вы открываете. Сразу можете увидеть, какой у йогурта данного цвет. Давайте понюхаем. Так, пахнет отчетливо. Ну, малиной, в общем-то, больше. Давайте попробуем. Ну, черникой тоже пахнет. Вот пробовать. Так, ну, мне кажется, что здесь действительно чувствуется больше всего малины, если честно. Черника в последнюю очередь чувствуется, но тоже тут присутствует вкус ее. Действительно вкусный йогурт. Офигенно, я бы даже сказал. Да, и кусочки фруктов какие-то тут присутствуют. Небольшие, но очень мелкие, ребят. Ну что ж, вот такой вот видосик у нас получился с вами. Если вам видео понравилось, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, оставьте любой комментарий видео. Буду очень рад всем любым комментариям, даже не столь положительным. Ну, критикуйте, пишите. Ребята, если вам видосик понравился, обязательно всем удачи, всем пока. До новых встреч.